Взрослые смотрят Ивангая. Каюхай, с вами Ивангай. Не поняла вначале, что это, о чем. Фу, гадость. Наши дети. Это такие развлечения молодежи сейчас, да? Господи, бред это. Полный бред. Ну, может быть, для подростков там... Боже мой, глаза будут болеть. С ума сойти, честно. Лимоны — это не мое. Хорошие, светлые кадры. Все-таки хоть не матом не ругаются. Лимон полезен для здоровья, а не для глаз. Что это дает людям вообще? Детям, людям? И в честь этого замечательного дня... И вся передача о лимоне? Придурки. Я думаю, что этой глупостью можно зарабатывать, потому что чем глупее, тем люди больше смотрят. Я вижу, как они себя ведут. Хорошо. Боже мой. Это он же, да, с полимоном? Ну вот этот образ мне поинтереснее. Что, так лимон действует? Придуривается. Блинятина, ей-богу, дети. Я, например, работаю уже очень долго стриптизерши, да. И когда нам скучно, но нет работы, мы можем этим заниматься. Ну как это приятно, когда молодежь вот так вот развлекается, без чернухи, без... да. Интересно, сколько это людей смотрит вот это? Поднимает такие придурки настроение. Ну хочется досмотреть до конца, что это за тупость, зачем она нужна? Просто и ты сидишь смотришь. Кто-то, наверное, смеется очень сильно. Пустая трата времени. Не, ну когда совсем нечего делать, да, вот просто так. Mistake to you. Боже мой. Голоса нет, но старается. Пока все хорошо. Бред такой. Подвоха я не вижу. И морда серьезная, блин. Дурацкий фильм. И все испортил. Честно говоря, начинает напрягать они, ей-богу, эти двое. Кислое лицо от лимона. Нас, молодежь, уже не удивляет ничем. Потому что хуже, чем мы делали, да, в свое время. Мне кажется, что не делается это. А теперь вопросы. Что вы можете сказать по поводу увиденного? Я не восприняла никак. То есть смысла нет. Абсолютно меня лично не впечатлило. Вам понравилось? Да, мне понравилось. То есть позитивный молодой человек. Я бы себя очень некомфортно чувствовала, если бы столько много людей знали. Вот... Сейчас вас смотрят много людей, да? В интернете. Да. Привет всем, кто меня смотрит. Не жестокие, а просто такие смешные кривляния. Это один парень. Серьезно, все время наряжался. Вот видите, значит, невнимательно смотрела. Иногда попадаешь на такое видео и видишь, что это бред. И ты его нажимаешь, потому что это бред. 2007 год, почти 10 лет прошло. Что там было такого, что он хочет туда вернуться? Просто развлекается молодежь, от нечего делать. Молодежь не хуже, чем старшее поколение. А скажи прямо, что она лучше. Этого парня зовут Ивангай. И как вы думаете, сколько людей смотрят его видео? Вот это? Да, вообще все его видео, включая это вот. Ну, несколько сотен, может быть, тысяч. Вообще полмира придурков. Значит, ну, 1000. Миллион. Ну, может, 1100, может, не знаю. Если его возраста, вот, сколько лет? 12 ему? 14? Ему 18. Да вы что? Я думала меньше, вот видите. Сотнями тысяч, а может, миллиончик какой. Может быть, несколько тысяч человек, там, 8-9. Не знаю, что очень много. Я подозреваю, что очень-очень много. 1,5 миллиона. А что, если я скажу вам, что у него 2 миллиона подписчиков? Да ладно. Это самый быстро растущий канал на русском Ютубе. Да. И многие его видео, включая это, набирают по несколько миллионов просмотров. Вот этот он, да? Да. Ну тогда, не знаю, иначе тогда я очень древний стал, ебовым. Вот их два там, сколько вы сказали, миллионов, вот они и смотрят эту чепухню. Он играет в игры, и другие люди смотрят, как он играет в игры. Как вы вообще относитесь к этому явлению? Наверное, интересно, кто этим занимается. Я считаю, что это правильно. Это неинтересно, мне кажется. Потому что когда ты сам играешь, другое дело. А смотреть, как другой играет, это все-таки неинтересно. Я в игры не играю, но те, кто любит это, я думаю, что смотрят. Ну, наверное, это сложно. Я сама иногда играю. А вот вы любите смотреть, как другой кто-то играет? Нет. Ну, люди играют, а я сам играю. А почему я должен смотреть, как они играют? Я еще не люблю, если за мной наблюдают.
Если, допустим, сын заходит, я стараюсь выключить, скажет, а, шарики гоняешь там, то все там, или еще что-нибудь, то какие-то там пиратов играю. Вы летсплейщиком, наверное, не смогли бы быть, как он? Не знаю. Вы бы подписались на канал Ивангая? Нет. Нет. Ну, если только для поднятия настроения, да, пожалуй. Нет, никогда в жизни. Нет, нет. Ну, вряд ли. Ну, подписалась бы так, иногда. Да, ну, да что это? Да что? Шутите. Может, он вообще какой-то интересный. Может, он просто делает этот бред, потому что он устал быть интересным, там, что-то умничать. Я же не знаю. Дайте ему пару советов по улучшению своих видео. Вот что, может быть, добавить или что убрать? Вот это кривляние, наверное, убрать. Хотя, наверное, оно как раз и для людей. Я не знаю. Чтобы можно было как-то понять хоть чуть-чуть, что он хочет этим сказать. Я лично не поняла. Интересный вопрос. Что-то или рассказать, или действительно спеть что-то, или станцевать красиво. Если бы там что-то было там, где-то там сзади, там, красивый какой-то фон там. Меньше пусть плюется. Вот это как-то так это. Ивангай, давай еще быстрее. Ивангай, пожалуйста, сделай видео pole dance. Только супер-супер профессионально, чтобы я смотрела целый день только тебя. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.